Сегодня все решится. Чтобы пройти в высший дивизион, нужна победа. И только победа. Игра началась. Смотрим. Все верно, края надо чаще задействовать. Попытка перевода мяча во фланг провалилась. Отлично сыграно, надо решать. Алмейда Дакуни. Пяткой пытался мяч отдать, но защитниками проведешь. Прекрасный навес! Алмейда Дакуни. Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Дефо. Ибрагимович. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Мяч с лицевой линии. Его ведет в игру брата. Пас головой. Атака продолжается. Защитник справился с задачей. Мяч выбил. Мяч покинул пределы поля. Гетце. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Тут просто подарили мяч сапер. Мяч летит в сторону ворот. И он забивает. Их шансы на выход в следующий дивизион продолжают уменьшаться. Минус один. Это хороший результат для гольфа. А вот для футбола, увы, не очень. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Пересек мяч боковую линию. Лэмпард. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Уолкот. Пас фланга. Спасает он свою команду. Ушел мяч. Аут. Алмейда Дакуни. Он бьет. И справляется вратарь с этим ударом. Лэмпард. Уолкот. Спас он своих. Блестящий сыграл. Итак, у нас аут. Лэмпард. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной.
Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал. Ибрагимович. Лэмпа. Алмейда Дакуни. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Потеря. Как он работает? Удар! Опасно! Удар. Не попадает игрок в ворота, и его команда по-прежнему отстает в счете. Мяч на боковой линии. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Сыграно жестко, но в рамках правил. Гетц. Лэмпард. Отличная игра в пас. Все точно. А ну-ка, давай вторую желтую. Красная карточка, и теперь шансов отыграться практически не остается. Это ж надо так самим себе испортить жизнь. Лэмпа! Опасный удар головой, и рядом со штангой пролетает мяч. Здорово! Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Лэмпа. Ибрагимович. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Уолкот. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол.